уважаемые дамы и господа, вы этого ждали и вы дождались! Миллионы фанатов во всем мире в прямом эфире на Бокс ТВ. Бой за титул чемпиона International Boxing Association Азия. Москва, вы готовы? Итак, представляем вам участников главного боя вечера 10-раундного поединка. И боксер синего клуба из России Артур Саркисян. Blood in my eye, dog, and I can't see. I'm tryna be what I'm destined to be, and niggas tryna take my life away. I put a hole in a nigga for fucking with me. My back on the wall, now you gon' see. Better watch how you talk when you talk about me, 'cause I'll come and take your life away. Many men, many, 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 many men wish death on me, dog. I don't cry no more. Don't look to the sky no more. Have mercy on me. Pussy niggas put money on my head. Go on, get your refund, motherfucker, I ain't dead. I'm the diamond in the dirt that ain't been found. I'm the underground king and I ain't been crowned. When I rhyme, something special happen every time. I'm the greatest, something like Ali in his prime. I walk the block with the bundles, I've been knocking the humble. Swing the ox when I rumble, show your ass with my gun do. Gotta tip a nigga, go ahead, lose your head. Turn your back on me, get clapped and lose your legs. Представляю вам его соперника в красном углу ринга. Уалихан Бисенгуло. We'll be right back.
дамы и господа, представляем вам участников главного боя вечера. И боксер в синем углу, ему 25 лет, рост 186 сантиметров, вес 89 килограммов и 800 граммов. Профессиональный рекорд 12 боев, представляющий Республика Россия, Москва. Встречайте, Артуш Саркисян! Его соперник в красном углу ринга. Ему 26 лет. Рост 184 сантиметра. Вес 90 килограммов 450 граммов. Профессиональный рекорд 9 боев. Представляющий боксерскую промоутерскую компанию Tukeshi Boxing Promotions из Казахстана. Приветствуйте! Алихан по прозвищу Атай Бисенгула. Рефери на ринге Юрий Копцев. Первый раунд. Thank you.
Секундант Зейн. И второй раунд вашей поддержки. Вашей поддержки, Васа!
Уважаемые дамы и господа, аплодисменты победителю и его сопернику! Дорогие друзья, на 2 минуте 13 секунде победу нокаутом в третьем раунде одержал и становится чемпионом International Boxing Association Asia Артуш Саркисян! Уважаемые дамы и господа, пару слов победителю сегодняшнего турнира. Улихану хотелось сказать огромное спасибо. Казахстан реально сила. Я знаю этих ребят, реально, они реально жесткие ребята. Я боксировал на любителях с ними. Удачи вообще, всем спасибо большое. Хотелось сказать еще одно. Вот. Если нужен будет матч-реванш, я обязательно соглашусь на этот бой, потому что я уважаю этого человека. Это первое. И второе, хотелось бы, конечно, я уверен, что он самый сильный боксер Казахстана вообще. Я бы хотел, если была бы возможность, с Бейбутом Шуменовым или с Али Балуевым подраться, если будет такая возможность. Вот. Это было бы круто, конечно. И еще, если возможность была бы без перчаток подраться, где Артем Лобов, то если... Я бы тоже там хотел подраться. Все, всем спасибо. Уважаемые дамы и господа, спасибо, что вы с нами. Эту победу я посвящаю своему покойному отцу. Он верил в меня всегда. Спасибо. Это благодаря тебе я это сделал. Аплодисменты сегодняшнему чемпиону IBA Boxing Asia! Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вы пришли и уделили свое золотое время сегодняшним зрелищным и ярким победителям. Мы не говорим вам до свидания, а говорим до скорой встречи, Москва!